Международные перевозки по разблокированным маршрутам будут осуществляться на основании международных соглашений и национального законодательства каждой из сторон. Мария Захарова затронула тему разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе. Диалог между Арменией и Азербайджаном по определению границ нужно вести на основе советских карт, хранящихся в России, заявила Валентина Матвиенко. Ален Симонян и директор Международной федерации Красного Креста и Красного полумесяца обсудили гуманитарный кризис в Арцахе и роль организации в его разрешении. Сисак Габриэлян подчеркнул важность развития связи между Арменией и Россией на встрече с Сергеем Копыркиным. Глава МИД Армении обсудил с израильским коллегой армяно-израильские отношения и перспективы их развития. 24 и 25 ноября были проведены совместные армяно-российские военные учения. И статистика коронавируса по Армении. Сегодня выявлено 592 случая заболевания коронавирусом. 1217 человек выздоровели, 40 скончались.